В Заречном появятся фермерские уголки – специальные торговые точки, где мелкие и средние производители смогут продавать свою пищевую продукцию. О том, как это можно организовать, говорили на рабочей встрече в бизнес-инкубаторе «Импульс». В Пензенской области фермерские уголки уже есть. О плюсах и выгодах организации таких точек продаж рассказал представитель Кузнецка. Помимо того, что они составляют конкуренцию крупным товаропроизводителям, они еще и составляют какую-то конкуренцию сетевым магазинам. То есть, где еще, допустим, товаропроизводитель не может зайти, да, в сеть, то есть из-за того, что не хватает объемов, уголок фермер как раз то, что ему нужно. Фермерский уголок – возможность для мелких и средних товаропроизводителей занять свою нишу на рынке. Большие площади такие точки продаж не занимают, поэтому платить за аренду крупные суммы не придется. Сдавать места для фермерских уголков соглашаются крупные супермаркеты. В Пензе несколько магнитов пошли на то, чтобы открыть у себя на площадях именно федеральной торговой сети фермерский уголок. Это создает дополнительный трафик покупателей и заставляет покупателя чуть подольше остановиться в магазине, соответственно, произвести чуть больше покупок. В Заречном есть производители, которые тоже могли бы реализовывать свою продукцию с помощью фермерских уголков. В нашем городе работают комбинаты детского и школьного питания, производятся колбасные и кондитерские изделия. Фермерские уголки открываются по всей области. Сейчас 5 планируется к открытию, то есть там сейчас идет, там уже согласовали по документам, все, сейчас будет оформление, то есть реклама заказывается. Рабочая встреча в бизнес-инкубаторе дала возможность товаропроизводителям и предпринимателям встретиться, пообщаться, наладить связи. Итогом их сотрудничества должно стать появление фермерских уголков в нашем городе. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».